В общем-то, у нас сегодня начало кормильца Т-832. Почему начало? Ну, блядь, потому что на нем всего лишь два боя, и это очень много времени займет взять на нем три отметки. Это первое. А почему кормильца? Потому что на нем планка 3300+. Вот, кто-то скажет, ну и что, что это много, что ли? Ну, во-первых, это много, во-вторых, у него ДПМ 2000. Блядь, двустволка величественно выглядит, конечно. Что-то в ней есть. Вроде бы, блядь, совок, а вот что-то в нем такое. Такое величественное, блядь. Но у нас терминатор, у нас тоже круто, блядь, все. Мы тоже стильные, модные, молодежные, блядь. Мне дамаг не дали. Я считаю, это стильно, модно и даже очень даже молодежно, наверное. Вот так вот. Так, ну слушайте, меня не пробили, а я еще и пробил. Мне кажется, или начало уже подкрученное какое-то у боя? Вам не кажется, что, блядь, начало подкрученное? Как будто бы меня, знаете, возможно, даже подкрутили, как бы. Маленечко. Ух ты, блядь, как он встал ловко. Ловкий игрок французский. Альфа 257 такая забавная, да? А с такой альфой кадешься 9 секунд, это забавно или не очень? Как вы думаете? Сейчас мы его добирать будем, ребятки. Слушай, ловко мы его, да? Согласитесь. Ладно, я дальше поехал. Насколько мне похуй. Генерал, да. Я хуею с тебя, блядь. Ты на улицу выходишь вообще? Представил себя на твоем месте с геморроем и бессонницей. Я буду отвечать всем после боя. Потому что отечественное IT это круто, это класс. А кто не верит, тот получит пиздюлей сейчас. Меня толпой... Значит, во-первых, меня 257 переебал под калибером в люк. Под калибером в люк. Я напоминаю, у него под калибер крайне... Откуда он высрался? Ну, мне пиздец, меня зажимают. Я здесь один, блядь. Ну, мне пизда, все, я умер. Если дико везет, одну тычку успеваю дать. Но это прям очень сильно повезти должно. Блять, я его на себя и довернул. Ёбаный рот, блять. Ладно, 3200 дали. Мега обидный бой. Бой на очень много урона был. Ну как на очень? Тыщенок на 6. Любимая машина Корбин. А как? Легендарная как-нибудь, родной. Наш с тобой легендарная как-нибудь, блять, не... А, я понял. Ребят, ну я что могу сказать? У меня команда повышенной смешнявости, блять. У него КД быстрее, сука. Но он об этом не знает. Ребят, у меня команда повышенной смешнявости. Перекрутил. Да, я его не убью за два выстрела, блядь. Блядь, господи, какие бомжи ебать в команде. Это просто пиздец. Снизу вверх. Снизу вверх пробил в люк, чуваки. Пробил в люк. Пробил в люк, блядь, ББхой. Вы, блядь, вдумайтесь в этот бред, блядь, сумасшедшего. Снизу вверх. ББхой, блядь, пробил. Охуеть, блядь. Попал, пробил. В тот самый лючок, блядь, в котором... Блядь. Там пробитие, я хуй знает, 10 тысяч миллиметров, блядь, прошло. Короче, тычку даем в ангар, нахуй, и все. Я ебал. Бля, это просто пиздец. Какой же это бред, нахуй, сумасшедшего, блядь. Они льва, блядь, не хотят убить? Эти дегенеративные создания, блядь. А, они убили льва. Ну, там 44-ка. 4000, ну два блайнда еще. Но я не могу играть со свиньями, которые не играют в бою, типа, я не могу. Перезарядка. Ребят, вы слишком ловкие. Вы слишком ловкие игроки. А как хорошо, когда у тебя есть УВН. Это прекрасно, блять, на самом деле. Это просто, сука, охуенно. УВН это всегда охуенно. А когда у тебя еще в башке броня, блядь, есть, это еще пизже, блядь. Ну как там с деньгами? Здорово, Карбин. Здорово. Я не понял. Что? Я тупой. Джов запустил тему с аукционом так. На танке. Да. А также просит подписату ему помогать брать отметки. Да. Ну, это называется дойка по максимуму, красавчик. Ну, я не считаю его красавчиком, но в этом вопросе, конечно, он красавчик. Но если ЦА идиотов ничего не понимает, почему этим не пользоваться, блядь, лол. Молодец. Нашел себе нефтяную скважину и качает. И качает. Ну, все правильно делает. Сначала ему заносят на танк.
Потом за него же берут отметки. Вот. Ну и в принципе... А, подожди, а минусы-то будут, блядь, или нет? Ты просто пока что описываешь только плюсы. Плюсы. А минусы будут, нет? Просто я пока минусы не услышал. Вот. Я пока что просто минусов не услышал. Ты только плюсы описал. Видишь, в чем дело? Че по минусам-то? Блять, меня сейчас набутылят. Очень набутылят. То есть ты описываешь плюсы. Минусы когда? Блять, Шкоде нужно срочно покидать данную позицию, иначе ему будет пиздец. Ну слушайте, нас здесь зажимают, блять, и не весело нам становится. Здесь две двустволки. Так это понятно, и я вроде стараюсь, но... Родной, нас здесь двое, блять. Я особо-то помочь не могу, блять. Ну, я не могу помочь, я как бы пытаюсь. Но их-то, блять, двое. Я обосрался стычкой, фактически. Теперь их трое, я один. Но он глубоко заехал, на самом деле, зря. У меня, блять, пиздец. У меня 200 танков, блять, тут. Я не знаю, что с ними делать. У меня долбоебы КВ-5 десятером одолеть не могут. Мы со Шкодой были, получается, против, блядь, 50 тысяч танков, блядь. Хули ты сделаешь-то? Шкода меня вот отсюда объезжает, судя по всему, едет. Это пизда, что я могу сказать. Мы опять проиграли бой. Не весело, блядь. А двустволка мне в спину, получается, едет или что, блядь? Ну, получается. Ну, а что я, блядь, поделаю? Ну а что я, блядь, поделаю? Я один, а их 20. Хули я поделаю-то, блядь? А, очень хорошо делают, блядь. Ну, блядь, я один. Ну а какие шансы? Ну а какие шансы? Ну вот бот на тигре катается, вот долбоёб на бураске катается. Ну а что я сделаю, блядь? Но только захват никто не уберет. А мне нельзя ехать сбивать. Мне пиздарики будут, мне Т-49 пересветит, уебет. О, Гондоно едет. Гондоно Питео Сао. Блять, игра не дает мне сделать... Ёб твою мать, сука. Ребят, он очень долго думает. Ребят... Вы видели, как он хоботком водил, блядь? У него пушка не опускалась или... Смотри, блядь, он хоботком как водит, смешно. Бля, это либо бот, либо вообще пьяница, ебать. Ебать, он приплыл смешно, бля. Вон и Скорпион, кстати. Все, захват сбили, победа наш. Надо ехать, на самом деле, сейчас просто убивать Скорпиона. Ебать, мемный тип, это пиздец. Блять, а вот то, что я засветился, это очень хуёво. Ебать там, блять, смешной нахуй игрок. Это очень-очень плохо. Это очень, ребятки, плохо. Всё, чел, в ангар. Так, БЗ мне нихуя не сделал, это прекрасно. Бля, ребята, это мастер. 5000 дэмэджа, блядь, 900 ассиста, 5 фрагов. Просто надо победить. Но с этим есть нюанс. Вот сейчас фугасы снова не повлияют. Он же может меня просто в силуэт уебать, и он меня убьет. Вот и все. Ребят, это фингал. О! Добро. Вот так и должны фугасы работать, ребятки. Назад, конечно, блядь. Ха-ха, блядь, он КД, я на него смотреть буду. Назад горит. Ебать ты смешной. Да, я альфу перед смертью, дебил, нахуй. Какой ты тупой, блядь. Какой ты, блядь, дебил. Удай альфу перед смертью, придурок, блядь. Шо, ёбнутый нахуй. Что ты до меня доебался? Ебать же, блядь, конченый. Наказан. Просто наказан, блядь. За свою тупость, блядь. Наказан за тупость. За тупость. Ебало утиное. Наказано. Это железобетонный мастер. Железо нахуй бетонный. Там за тупость ебанашку наказали. Слабый танчик. Там просто наказан. Дайте мне тычку одну дать, и я довольный буду. Блять.
Дамаг не дал. За тупость наказан просто. Блять, дай перед смертью просто фугасом 800 урона. Нет, он, блядь, меня шотного целит. Ебать, дегенерат, блядь, лол. Просто смешной чел. Мастер! Это мой мастер! Е-рок! В бой игра сказала мне идти. А я и пошел. Тра-та-та-та-та-та-та! Терминатор! Мне нужна твоя одежда и мопед. Все, блядь. И поеду. А чё смещена? Не понял, блядь, чё за хуйня? Блядь, а разве вот эти полосочки не должны быть, ну, на горизонте? Хули горизонт сместили, блядь? Блядь, в натуре смещен горизонт. Непорядок, нахуй. Ребят, мне похуй, я рэпер. Классный бой, 284 урона. Вот так. Помните, сессионка 3600 была? Все, была да всплыла, блядь. Так, защитник пошел защищать. Броня не пробита, игра белорусская сказала. Зато он меня сейчас переебет на 483. Нет, 454. Но я его как бы в ДПМ убиваю, но ему могут помочь. У него ДПМ 2000, а у нас 2200. Но правда он выстрелил первым, что плохо. Ух ты, блядь, чё он альфу такую дает? Почему по 380 не стреляет? Чё за хуйня, блядь? Слушайте, а он меня так сложит, блядь, за... О! Максималка, нахуй! А, сука! Игра меня хочет. Блять, а я думал, ну он хорошо въебывает, блять, выше среднего каждую пиздюлину. Игра меня хочет сегодня. Ребят, 1700 урона настругал. Хорек. Базу дефит. И убегает. И убежал по итогу. Вот такая игра. Ну мне пиздец. Блять, веселый бой. Ух ты, веселый танк. Ну как там с деньгами? А у меня тоже альфу ебанет. Я тут на Новый год у соседей. Тихо-тихо, ёбнет альфу или нет? Чекайте, подождите, подождите. Выпали ебучие квитки по квартире. Не, не ёбнул. Зато бесплатно. Не ёбнул, ну хоть не затаранит, блядь. Ну у нас КД раньше должно быть чуть-чуть, на капелюху. Ку, у его стрима. Спасибо, генерал. Родной, спасибо. Слушаю стрим, узнал, чем болею. Не играю, но коробки открыл. Ребят, почему они на меня толпами упарываются? Золотой лутаман во мне кончил два раза подряд. Ребят, почему на меня, блядь, противники толпой упарывают, блядь? Ты просто не понял. 26 дней. Это 624 часа безостановочной игры. О, замечательно. АСТА. Спасибо за вставки за обзор SW. Так точно. Давай такой же обзор на тундру. Ну как там с деньгами? Бля, можно. Какая же ты бессовестная скотина. О как. Не лудоман, не танкисты. А тяжелобольные гэмблеры. О как, не знаю значения этого слова, спасибо большое. А по поводу тундры, мне тогда надо на самолетиках полетать, на вертолетиках и на корабликах. А кораблики, насколько я знаю, там мертвые. Ну спорим, я сейчас выстрелю в ту же точку и пробью его. Спорим? Смотрите, в ту же точку стреляю. Все, что нужно знать об этой игре. А знаете, почему я в тот раз не пробил? Минус 25 вылетело. Я же вижу, что угол-то пробивной. Я же прекрасно вижу, что под этим углом я его пробью. Но я не пробиваю. Почему? Потому что минус 25. А он мне с первой тычки в люк, кстати, попадает и пробивает. Наша игра, блядь. У него, кстати, ремки нету. И ремонт он не качает. Осел ебанутый, блядь. Хорошо делает? Просто в люк хуярит, блядь, все. Чел вообще похуй, не промахивается, блядь. Это прекрасно, блядь. Бонус код. Эту карту настолько свинособачьей отроди делал, это, блядь, просто пиздец, блядь, какое-то говно. О, самуанец. Ебало опустил и е, бля, и е, да вообще похуй, типа. Ну слушайте, он мне под пизду поддаст, блядь. Мне нужно его прос... Смотрите, головку опустил и еет. Бля, он что, бухой, что ли? Смотри на него. О, тихо. А, нам пиздец, нас сейчас с центра выебут и высушат. Это прекрасно, блядь. Я рот ебал того, кто эту игру делал, это первое. Второе, он мне весь барабан сейчас въебет. Это замечательно, минус один. Ну, за 4 пиздюля. Да, ему вообще похуй, блядь, ему поебать просто.
плюс 3, бля. Короче, да, все приму, блядь. Ну, кроме одной, это прекрасно. Это замечательная игра. Просто, сука, замечательная. Это просто охуительно. Ну как там с деньгами? Какие стики куришь? Обычные, спасибо. Ну и этот меня обоссыт. Хотя если он ебанет барабан Федю, будет заебись. Блять, какой ебаный дрянц. Ну как там с деньгами? Дарова, удачного стрима. Что лучше качать из 7 или объект 277? Не могу определиться. Браск, броня не пробита. Ничего в этой игре качать не надо. Эту игру сын пидораса и проститутки делал гнилозубой. Вот, все, что я могу сказать. Потрясающий бой, потрясающий команд. Запомните, если вы играете что-то, кроме вот этой зоны, вы пидор, у вас матч люто. Ой, а кто это сюда едет? Тайп. Ну-ка, а что такого в тайпе есть? А-а-а! Он же взводный с Е5! Поэтому он и едет. В соло бы он никогда бы не поехал. А взводом всегда пожалуйста. А Чифтон, блядь, просто убегает. На ху я ты убегаешь, долбоёб. Мы их встретим от башни и всё. Ой, блядь, какая ты проститутка тупая, блядь, что они... Зачем... Ой, блядь, я не хочу, я хочу их всех разорвать нахуй на куски этих дебилоидов, блядь, тупых, блядь. Сквозь башню. Зачем он уехал? Нахуя, блядь? В чем проблема нам вместе вот так стоять от башни и встречать их? Ну в чем проблема-то, блядь? В чем, блядь, проблема, сука? К тому же у тебя башня, блядь, без лючков, блядь. Ты дебил ебаный, блядь. Блять, ну почему такой скот играет, ебаный, блять? Ну почему так, нахуй, всегда? Ну почему, сука, так? Ну почему, бля, они такие тупые? Ну почему их матери не сделали аборт? Ну почему, блять? Ну почему так, блять? Ну почему, сука? Ну почему все так, нахуй? Ну у меня ебаные кретины, блять, стоят базу, блять. Ну ебать мой хуй, блять. Ну ебаный ты долбоеб. Ну разбить бы тебе ебало, блять. Сучье твое пидорское в кровь, блять. Ебаный ты урод, блять, конченый, блять. Я нихуя. Ну взводик припиздил опять, все, и сосешь хуй, блять, этого взводика, блять. Дебильного, блять. Ну ты один, блять, их 20, нахуй, еб. Ты, бля, один, а их 20, блять. А у тебя, сука, ебанутый, блять, придурок, блять, стоит на этом, блять. Ебанутый дебил, блядь. Ебанутая дебилушка, блядь, на Чифтоне зачем-то уехала. Вот зачем она уехала? Ну, они бы, во-первых, так никогда бы не вкатили. Если бы я не был один здесь. Это первое, блядь. Это первое. Второе, блядь. Мы бы их убили уже нахуй. Ну зачем этот. Почему эту ебанутую игру такие ссыкуны тупорылые играют, блядь? А вот теперь вот, вот вам явный, блядь, и четкий пример, почему сюда едут только опущенные сукины дети, блядь, и те, у кого матери шлюхи. Вот многие скажут, а чё ж они не едут? Да потому что им пиздец базы, сука. Потому что сукам этим пидорским, этим ублюдкам, чтоб они все сдохли нахуй. Потому что им пиздец, блядь, если они поедут вперед. Этим сукиным шлюхиным детям, блядь. Нахуя вы, суки, вы биомусор сюда катаетесь? Вы, суки, тупые, блядь. Короче, была не была, нахуй. Скорее всего, ебало сейчас разобьют, блядь, в щепки. Да, там и Эмиль, блядь, и конь. Все на свете, нахуй. Ой, Эмиль, говорю, тигр, блядь, хуйню несу. Эмиль, блядь. Полный Эмиль. Ать-тя-тя-тя-тя. Вот такая игра про танки, блядь. Игра про танки, где тебя дебил, блядь, на арте стигает, блядь, по голове. Скилловый игрок какой. Смотри, что делает, блядь. Я не могу, блядь. Один разрядил, блядь, второй вышел и ебал. И так, блядь, по кругу, нахуй. Я ебал, блядь. Ну, посмотри, блядь. Ну, сука, ну это на приколе, что ли? Я ебал. Нереал. Дегенерация танковая будет стрелять с моста, или они там по приколу, блядь, для красоты нахуй находятся? Блядь! Блядь! Ну мне пизда... Ой, блядь... Да, это пиздец, ему вообще похуй на все, ну я сдох, короче, я понял.
могу, бля, это уебаны, блядь, конченый. Все, зато упоролся. Зато упоролся. Но он упоролся на 32-ку, понимаете? На 32-ку, который ему нихуя не делал, он упоролся, все, поиграл. Самый хуёвый бой. 1400 урона. Короче, началось, все. Крутка закончилась, блядь, начался пиздец, я понял. Вот он шотный должен. Ой, он должен быть мертвый, он живой, блядь. Скорпион заебал нахуй. Их много, блядь. Это основная проблема. Проблема, блядь, в том, что их дохуя, блядь. И нужно кучу времени, чтобы их убить. У меня нету кучи времени, блядь. Что? Блядь, что они делают? Блядь, ну что они делают, блядь? Блядь, ну он же просто по центру поехал и отдался, блядь. Блять, ну он же просто по центру поехал и отдался. Бля, бля, это бой 1000 на 10 нахуй был. Это был бой 1000 на 10, блять. Но вы посмотрите, сколько их здесь и сколько меня здесь. Блять, какой это пиздец. Боже, какие твари. Блять, какие же это твари. Боже, какие же это твари. Бля, какие твари, а? Блять, какие же это твари. Это пи... Блять, вот это твари. Блять, какие же это твари, твою мать. Блять, какой пиздец. Блять, какой же это пиздец. Блять, какие же это твари ебанутые, блять. Ну я один здесь, ну я один, ну хули я сделаю, ну хули я сделаю, я один. Сука, бортами танки катаются, отстреливайте их и все, сука. Дегенеративные хуеглоты, блять. Ну 1300 напердели, полъебало потеряли. Очень хорошо. Очень хорошо. У меня нереально лагает игра, это невозможно. Я снимаю стан, мне долбоёб кидает стан. Я снимаю стан, мне долбоёб кидает стан. Одна арта в этой игре, в этом бою, блядь. Одна. Всего лишь одна. Она сняла мне нахуй. Просто я не могу, я в НЛД стреляю. Не стреляй ему в ЛД, блядь. Одна арта, она меня задрочила полностью, блядь. Ну посмотрите, блядь, нахуй я стан снял, сука, боже мой, блядь. Ой, блядь, как ты заебала, животное коричневое, сука, сын ты пидораса, блядь. Ну, невыносимо, блядь. Одна ебаная арта, она не дает тебе играть полностью, блядь. Ужас, блядь, куда у нас из еба... Блядь, они что, ебанутые, что ли? Блять, почему у меня таких долб... Блять, ну что это, блять? Ну он мне все хп снял, блять. Ну он мне все хп снял, этот долбоёб ёбаный коричневый, блять. Ну все, мне... Ну все, чуваки, 3500 мы играли. 3500 среднего урона. Было, уже нет, все. Я сейчас ее удалю. Ну это что это, блять? Куда звонишь? Корбин, я хочу тебя. Это пи... Как же этот пидорас гнойный, блядь, фокусит? Это просто ужас, нахуй. Это просто, сука, ужас. Как этот полудурок фокусит? Я весь бой в стане провел, весь. На, нахуй, радиофугасом уебал, блядь. Весь бой, блядь, в стане, весь. Посмотри, блядь, на него. Скурот ебаный, блядь. Ёбаный урод конченый, блядь. Невозможно, блядь. А этот, кстати, в ангаре должен быть японец. А знаете, почему он не в ангаре? Знаете, почему он не в ангаре? Потому что я ему дважды в НЛД выстрелил и дважды в ЛД улетел. Очень хорошо. 300. Ну, это 300, это не я настрелял. Это чисто комфорт танка позволил дать, блядь. Это ужас. Просто полупи... Вот вы вдумайтесь, у меня и так ДПМ 2000. А под артой нахуй 1500. Все, идешь нахуй просто. Забудьте. Такую хуйню услышал. Короче. Кто в курсе, сейчас я загуглю. Короче, за достоверность информации, сразу говорю, не ручаюсь, потому что, ну, не знаю. Потому что не знаю. Короче, в Казани будут же эти игры будущего проходить. Ну, вы поняли, вот это, понятно, мероприятие, да? Вот, не знаю, там будет спорт, все как положено, короче. Не знаю, на какой... хуй
туда засунули, блядь, танки, которые, ну, к спорту и киберспорту никакого отношения не имеют, но это не суть важно. Вот, короче, по слухам, сразу говорю, за достоверность информации не ручаюсь, потому что я не знаю. В каких-то, короче, киберспортах, в каких-то, но это не точно, еще раз говорю, я не знаю, я где-то это слышал. Будет, значит, не только игра, а еще, короче, типа физика, блядь, физические упражнения и прочее поебень. Сразу говорю, не знаю, правда это или нет. Вот, ну, не знаю. Вот честно, блядь. Вот. Опять же, за достоверность не ручаюсь. Ну, типа, ты поиграл там в фифу, блядь, а после этого там пошел, я хуй знает, блядь, гантель утягать. Вот, блядь, как жаль, что в танках, короче, такого не будет, блядь. Или будет. Вот кто шарит, блядь? Потому что если будет, блядь, это охуенно. Это ж просто 10 из 10. Вот на этих танковых инвалидов, дегенератов, я бы, конечно, с радостью бы... Во, видите, правду говорю. Я бы, конечно, с радостью посмотрел, как они там весело делают. Прикиньте, левша на турнике солнышко крутит. Это ж, блядь, ну просто, блядь, я бы, сука, заплатил бы даже за такое зрелище, нахуй. Вот это нормальная тема, пиздец. Вот это нормально. Вот это вот четко, блядь. Вот, это охуенно. Типа триатлон будет, только игры еще добавят. Ну, я видел, там и спорт, и футбольчик, и игры, это все понятно, блядь. Но вот это прям вообще, ну, нормальная тема, блядь, была бы. Сука, это был бы вообще топ-контент, нахуй. Блядь, я хочу как бы танкануть, но я понимаю, что там ягульчик стоит зацеленная, и она, блядь, будет против того, чтобы я танканул. Он тоже хочет танкануть, да? Корочку киберспортсмена бы дали. Корочка киберспортсмена — это вообще отдельный мем, нахуй. Представьте, едете вы такие там в тралике, блядь. Сука, к вам Анатольевич подходит. И говорит, слышь, долбоёб, место уступи, блядь. А ты ему говоришь, а с хуёв ли? Он тебе, блядь, корочку КМС, блядь. По танкам, блядь, въебало. И вот и всё, блядь. И пиздец. И всё. Чё, а не уступишь административный штраф, нахуй? Ну как там с деньгами? Сука. А киберспортсмены по танкам сразу получают удостоверение инвалида или потом. Сразу после того, как поверили... Ебать, я даун, там танк выезжал, я пока хихикал, танк проебал, блядь. Ааа, блядь, бабка сидит, нахуй. Ёо, Анатолич, блядь. Скорочка киберспортсмена выгоняет нахуй. Ой, блядь, какой пиздец. Вот это хорошо, блядь. Слышь, бабуль, иди нахуй отсюда, уёбывай, блядь. Блядь, это пингал. А где снаряд, блядь? Где снаряд, суки вы? Суки вы, суки, где снаряд делся? А в лоб я сейчас ее удалю, нахуй. Он меня столько пушкой ебет. Я нихуя сделать не могу. Я попасть не могу в танк, блядь. Игра не хочет меня. Тычка мимо, блядь. Тычка мимо, нахуй. Тычка не пробил. Ребят, мне похуй КМС по танкам. Хотя нет, я мастер спорта уже. На фонарь смотри, это спецэффект. Его шатают. Все, я победил. Он проиграл. Я силен, он нет. Так, 750. Че, сотку, блядь, бортом танкуем, пацаны? Самое мемное, что мы его в Нолдехер пробьем, блядь. Так, ща планку выцелим, погодите. Ща все будет, пацаны. Надо подождать. Надо верить просто. Так, от башни встаем, планочку Не, давайте в бортик. Блять, а он довернул, ну и нахуя ты это сделал, сука? Он так хорошо горит в центре корпуса на самом деле. Каточек. Не пробили, ребят, броню. Опять игра меня не хочет, да что ж ты, блять, будешь делать-то? А еще раз в каточек дадим дамаг? Дали. Игра меня захотела, ребят. Все, победа наша. 2000, а у него барабан фул зарядный. Охуенно. Ему на меня похуй. Броня не пробита, ребят, под прямым углом. Под прямым углом броню не пробили, нахуй, танк. И еще раз его не пробили.
2200. Ребят, у них не светился этот взвод. Охуевших сверх имп, блядь. Да. Вы денег мало даете. Денег мало даете. Я б, может, по всяким... Абу Дауби, блядь, или как там, Дауби ездил бы, блядь. Вы денег мало даете, ребят, мне. Ну как там с деньгами? А потом бабка оказывается злой, а Налталич стоит всю поездку. Кстати, а Налталича можно было перевозить только в Н-225 или железнодорожным составом. Да, осуждаю, блядь. Я осуждаю такое. Ребят, взвод сверх им базу стоит дефит. Я осуждаю такое. С ракет пробили. Да, чуваки, 45 железобетон было бы, если бы не ебанутый час боев. Вот, так что вот такая вот хуйня, пацаны. Блять, у меня по гусле ассиста дохуя, поэтому нихуя. Нормально долбит. Долбит диджитал. У меня, возможно, еще блайншот один был. Он сейчас заряется уже. Так а хуй нам не зарядиться, у нас КД 20 секунд, блять, так сказать. Эти копра стоит, ждет. А мы сейчас бортиком под нее как выкатимся, нахуй, и все. Опа, и назад. Смотрите, я сейчас как в кино, блядь, сломаю дом и ёбну его нахуй. Чтоб он боялся нас, блядь. Не получилось. Смотр, нахуй. 3400. А чё, проебали, да? Проебали. Так, итоги стрима, собственно. Сегодня планировалось сделать 40%. Да, потому что отметка тяжелая на танке, реально очень тяжелая, и планировалось сделать 40. Два часа крутили, час ебали, последний час сойдет. То есть просто норм. По итогу план перевыполнен нахуй. Сделали 45%, и это хорошо. Так что завтра небольшие шансы все же на первую отметку остаются, потому что я думал как. Первые два стрима первая отметка, третий, четвертый стрим вторая отметка, дальше уже хуй пойми, как оно пойдет. Есть шансы, шансы есть.